Здравствуйте, друзья! В конце июня Николай Ефремов попал в больницу после страшного падения с третьего этажа своей московской квартиры. Артист перенес несколько операций, и врачи сделали все, что в их силах. В данный момент Николай находится в тяжелом состоянии. А несколько минут назад СМИ сообщили, что 31-летнему Ефремову провели трепанацию черепа из-за того, что у него произошел отек мозга. Цитата. По нашим данным, уплотнение у Николая появилось на месте ушиба в лобной доле головного мозга. Там начала скапливаться излишняя жидкость, которая нарушала поступление кислорода. В итоге врачи сделали трепанацию, рассказал источник. Помимо всего прочего, у Николая множественные переломы, а на днях ему удалили часть костей таза. Некоторые врачи утверждают, что Николай никогда больше не сможет ходить. Основной диагноз тем временем на данный момент – кататравма. Это такое название повреждений после падения с огромной высоты. Вместе с тем, закрытая травма грудной клетки и головного мозга, сотрясение и ушиб легких, а также множественные переломы бедра, локтя, костей, таза. Напомним, трагедия с Николаем произошла в конце июня, и что именно стало причиной ЧП, пока что неизвестно. После падения Ефремов-младший был в состоянии разговаривать, к нему подбежали соседи. Он отметил, что подойти к окну его заставили некие голоса.